Все скажет музыка. И я очень рада и счастлива, что у меня есть эта возможность. И, как сказать, получать новый опыт. Это очень серьезно. Скандал и развод. Художник вспомнил о своей отвергнутой подруге и в 1911 году узаконил отношения с другой Марией. У Беларуси 16 годин. Новины. З інфармацыйным выпускам у студыі Алена Демідовіч, вітаю вас. Развіццё паўднёва-заходняга рэгіёну краіны і ход будаўніцтва новага горнага камбіната ў Мікашэвічы. Станцыю турэцкія спецыялісты азнаёміліся са статусам першага і другога энергаблока ў беларускай АЭС, працэсам яе ліцэнзавання рэгуляторнымі органамі. Пользавання лиш для некаторых груп насялення. Чыгуна стран ўсё яшчэ прадолжают её использовать. Без палітыкі. О вспышке азовых масштабов предупреждают ученые из Мюнхена. Отражает сцены охоты, страдания зверей, чрезвычайно редко погибших животных. Тем более значимым стало появление картины «Судьбы животных». В отдельных районах страны станут отмечаться небольшие кратковременные дожди. Возможно, грозы. Ветер неустойчивый, умеренный, температура... Худым лицом, черными волосами, с его манерой размашисто шагать. В городе он казался столь массивным, столь несоответствующим. Часов за распаковку взял «Hand in my pocket». Символ означали у черт США «Modern Rock Tracks». Так само, вельми актуально, песня заявлялась о...